Теперь и на поезде. Состоялся официальный запуск нового пригородного поезда, соединившего Ульяновск и Казань. Пока поезд будет курсировать в конце недели. С расписанием можно ознакомиться на вокзалах и в сети интернет. Из Казани поезд будет отправляться каждую неделю по пятницу, субботу и воскресенье в 14:03 и прибывать в Ульяновск в 21:10. В обратном направлении будет с 1 июля поезд курсировать по субботам и воскресеньям, отправляясь из Ульяновска в 7:30 и прибытие в Казань в 11:45. Время в пути чуть более 5 часов. Помимо Ульяновска и Казани, поезд будет останавливаться в ряде населенных пунктов между городами, поэтому будет востребован не только жителями двух региональных столиц. Курсируют по маршруту рельсовые автобусы вместимостью 78 человек. Первый рейс показал, что по территории Татарстана людей очень много, и на территории Ульяновска поменьше. Если мы увидим, что пассажирам будет востребовано это направление, количество дней, когда работает поезд, будет увеличено. Помимо центрального вокзала, на территории нашей области поезд останавливается на станции Ульяновск-3, а также в Лаишевке, Цельне и Елхово.